Но у нас сейчас распаковка открыточек, получил на Ярославской почте, стоят сущие копейки. Значит, это вот такая обложечка, что внутри. Внутри у нас почтовая открыточка с предпринимателями, с Романовыми, с мостом через Которсль, так называемым американским мостом и московским вокзалом, с первым русским, с... Это с ярмарки, да, ярмарка. И у нас в Рыбинске отсылочка такая, что у нас такие же примерно вывески. Наш Ярославский променад. Крестный ход Ростовский. И наш Ярославский губернатор. Пак открыточек номер 2. Посвященный Некрасову и Карабихе.